Рассказ анапского историка был дополнен мультимедийной презентацией. Особое внимание уделили мемориалам и памятникам времен Великой Отечественной войны. Школьники узнали и интересные факты об улицах города, названных в честь героев войны. Первыми в станицу Анапку ворвался 414-я грузинская дивизия. Эту дивизию формировали в Тбилиси. И когда я у ребят анапской спрашиваю: ребята, а почему улица Тбилисская так называется? Даже те, кто живет на улице, не знают. И приходится им объяснять, тем, кто живет на улице: ваша улица названа в честь грузинской дивизии, потому что она была формирована в столице Грузии, в Тбилиси.